Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Актер театра и кино Максим Заусалин стал жертвой преступления. Из гримерки артистов КЦ «Москвич» исчез телефон. Заусалин подал заявление в полицию. В тот же день в правоохранительные органы с заявлением о краже двух мобильных устройств в «Москвиче» обратился неизвестный мужчина. По данным фактам, сотрудниками полиции проводится расследование. Сам пострадавший не дает никаких комментариев по поводу случившегося. Одними из основных работ, сделавших Максима Заусалина известным, стали главная роль в модели «Счастливой жизни» и роль в сериале «Кухня». Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!